Случилась эта история на Алтае, в краю, где невероятной красоты природа. Горы, леса, извилистые горные речушки и прозрачные озера. Романтика ночевки привлекла участников нашего похода. Нас собралось семеро, организатор похода плюс семейная пара, двое парней, увлеченных велосипедистов, но без походного опыта. Девушка по имени Ванда совсем новичок, я заядлый велосипедист и спортсменка. Все мы были знакомы шапочно по форуму местного велоклуба. Организатор нашей поездки хотел проехать по грунтовым дорогам. В планах было исследование объекта, обозначенного на старых картах как заброшенный замок. Предполагалась ночевка на живописном берегу реки в окружении невысоких гор. Как только группа съехала с асфальта, все пошло как-то не по плану. Обозначенные на картах дороги заросли крапивой и малиной. Заброшенный замок оказался кучей битого кирпича. Жгло солнце, кусали слепни. Иванда постоянно отставала. К вечеру на нас набросились тучи комаров. Заканчивалась питьевая вода. Вдоль реки тянулся живописный луг. На противоположном высоком берегу горели огни небольшой деревушки. Мы оказались в безлюдном пойменном лесу. Здесь уже давно не расчищали дорогу от упавших деревьев, не было видно троп грибников и рыбаков. Хотя до ближайшей жилой деревни недалеко. Запустение и зачарованность леса заметили все. Подгоняемые комарами мы отыскали ровную поляну. Старое кострище и остатки дощатого стола указывали, что здесь все-таки была рыбацкая стоянка. Но подходов к воде мы в сумерках не нашли, берег был болотистый. Усталые и раздосадованные на нашего организатора поставили палатки. Одна была у семейной пары, в моей разместились я и Ванда. Трое парней втиснулись в двухместную палатку. Уснули быстро. Вдруг посреди ночи тишину леса нарушили какие-то непонятные звуки. Громкое сопение, чавканье и возня где-то за палатками в районе кострища. Было слышно, как парни ищут фонарь. Я открыла молнию своей палатки. Снаружи было довольно светло, телефон высветил 3:40. Выскочили все сразу. Стояли молча неподвижно с включенными фонариками. У старого костра, где накануне была брошена пустая банка из-под тушенки, съеденная одним из парней, происходило что-то непонятное. Было еще плохо видно. Ребята посветили фонариками, и мы увидели какое-то маленькое животное, похожее на собаку. Скорее всего, это был волчонок. Его привлек запах, доносившийся из банки. Он сунул туда мордочку, чтобы облизать стенки, и застрял. Банка плотно сидела у него на голове. Он пытался передними лапами стащить ее, но острые края банки впивались ему прямо в шею, причиняя боль. Волчонок скулил и плакал. «Он ведь так может задохнуться», — сказала я, — «там у него кислород заканчивается. Ребята, давайте быстро, надо его освободить». Парни бросились к несчастному животному и довольно ловко освободили его от этого предмета на голове. Волчонок был маленький и перепуганный, вся его мордочка была мокрая в остатках тушенки. Он уже начинал задыхаться там внутри банки, так что наша помощь вовремя подоспела. Придя немного в себя, он, покачиваясь, пошел в сторону леса, и только тогда мы заметили, что на противоположном конце поляны стоит волчица, а с ней еще два детеныша. Она смотрела на нас внимательно, как будто изучала и даже запоминала. Я этот взгляд никогда не забуду. Тем временем волчонок уже перебежал поляну и присоединился к своей маме. Волчье семейство тут же удалилось в ближайший лес. Все произошло так быстро, что мы даже не успели испугаться. Среди нас не было охотников, и только потом мы поняли, какой смертельной опасности подвергались в тот момент. Велосипеды стояли на месте. Вернувшись в палатки, мы еще примерно час разговаривали на самые разные темы, избегая обсуждать случившееся. Встали с рассветом. Наш поход закончился благополучно и даже весело. О ночном страхе словно забыли. После приключения сложилась компанейская атмосфера.
В город вернулись благополучно, и все остались довольны походом. Шло время, и как-то зимой мне захотелось сходить в зимний поход, покататься на лыжах с горы, переночевать в палатке на снегу. Такого опыта ночевки у меня еще не было. Хотелось испытать свои новые горные лыжи в деле. Я попыталась собрать прежнюю компанию велосипедистов, но правда смогли пойти не все. Двое парней Ванда, с которой мы были тогда в одной палатке, согласились составить мне компанию. Было решено идти примерно туда же, где мы отдыхали в прошлый раз. Там были небольшие горы, и нам захотелось разведать эту местность, узнать ее получше. Может, она станет потом нашим любимым местом для катания. По уже знакомому маршруту мы добрались до места. Вдоволь накатавшись по небольшим склонам у подножья и насладившись здешними красотами, решили, что пора сделать привал, пообедать и заниматься установкой палаток. Зимняя звездная ночь под открытым небом – зрелище небывалой красоты. Мы устроили наш лагерь из двух палаток рядом с небольшим выступом на скале. Я проснулась в полной темноте от страха. Казалось, что-то стоит у палатки. По дыханию лежащей неподвижно Ванды я поняла, что она тоже не спит. Абсолютная нелесная тишина давила, ощущение близости чужого только усиливалось. Вдруг по палатке скользнул отблеск, словно кто-то шарил фонариком. Ванда вздрогнула. Раздался возглас. «Кто здесь?» Я вскочила, понимая, что происходит нечто непонятное, и выбежала из палатки. И снова блеснула слабая, едва заметная вспышка. Тишина давила. В темной зимней ночи не было видно ни малейшего движения воздуха. Мне мерещилось что-то пугающее где-то рядом, справа за деревьями. И вот оно двинулось, обходит наш лагерь. Помню, что сжала двумя руками фонарик. Я за страхом оглядываясь и незаметно направила луч фонарика в сторону леса. Нервно посмеиваясь, Ванда призналась, что ей что-то почудилось. Она дрожала, хотя ночь была тихая. В воздухе ощущалось нарастание чего-то невероятного, необъяснимого и пугающего. Потом появился какой-то гул. Сперва тихо, а потом все громче, как будто приближалась лавина. «Лавина!» мелькнула у меня в голове, и я закричала, что есть силы. Оказалось, что гул уже разбудил и ребят из соседней палатки. Все, что мы успели за эти несколько секунд, инстинктивно спрятаться под нависающей скалой рядом с нашим лагерем. Снег обрушился на нас со страшной силой. Казалось, что на какое-то время мир вокруг перестал существовать. Очнувшись, я еле слышно позвала ребят. Слава богу, все были живы и отозвались на мой голос. Но было понятно, что мы в западне, под толстым слоем снега, и возможности выбраться из нее почти нет, а опасность замерзнуть была очень велика. Но мы решили бороться за свою жизнь до конца. Снег заполнил все пространство, пошевелиться было очень тяжело, но все-таки под скалой кое-где были свободные места от снега. Это и помогло нам сопротивляться стихии. Потихоньку ребятам удалось освободить руки и ноги. Потом они откопали нас с напарницей. Когда в образовавшемся коконе под снегом мы решали, как будем выбираться наружу, то внезапно за толщей снега мы услышали звук. Было похоже, что кто-то с нескольких сторон пытается нас откопать. Но кто это может быть? Никто не знает, что мы здесь и что с нами случилась беда. Когда слой над нашим снежным пленом стал настолько тонким, что через него начал проходить свет, звуки прекратились. Мы, собрав все свои силы, начали грести снег, чтобы поскорее выбраться наружу. Первыми освободились парни, потом они вытащили нас с Вандой. Осмотревшись вокруг, мы поняли, что нам очень повезло. Снежная лавина сошла справа от нашего лагеря, поэтому нас зацепило только немного, и выступ на скале спас нам жизнь. Но кто же нас откопал? Этот вопрос не давал нам покоя. Вокруг расстилалась только снежная пелена, на ней видны были следы, которые уходили от нашей снежной ловушки в сторону леса. Мы подняли глаза, посмотрели в ту сторону, куда уходили следы, и увидели волчью стаю –
Это была волчица и три ее подросших детеныша. Стая остановилась. Волчица повернулась и посмотрела на нас. Взгляд ее был такой же, как в ту ночь, когда мы спасли ее малыша от смерти. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго!